Всем здравствуйте, это Пони Новости, второй выпуск. Тот выпуск вела Сталлард Глимми, но в этот раз я. И извините за такой странный фон, но просто в комнате идут там некоторые неполадки, там делаются какие ее полочки и так далее. Поэтому будем в этот раз снимать здесь. Давайте начинать. Начну с первой новости, которая, может, не всех обрадует, но меня это очень обрадовало. Это новость. Обрадовала меня так? Ведь покажут шестой сезон в России уже на канале Карусель. Я так люблю, когда имена там Радуга, Искорка, а не Твайлайт, там Рейнбоу Дэш. Я люблю больше имена от Карусель и названий. И я очень рада, что они наконец покажут шестой сезон в своей озвучке. На сайте Everypony.ru уже выскочила сегодня же эта реклама. Ну, ее уже давно говорили, но в этот раз уже сказали. Шестой сезон на канале Карусель. Премьера уже сегодня. Итак, уже сегодня, 2 января. Это сегодня, но я не знаю, когда это видео выложится. Но я думаю, все есть на новости на этом сайте Everypony.ru. Это самое главное про Поняш, поэтому я думаю... Вы это знаете, и я думаю, все посмотрят. Я сегодня посмотрю обязательно. 2 января, если вдруг кто-то запамятовал, стоится премьера 6 сезона «Маленького пони в дубляже». Искать премьерные серии стоит 19.40, как обычно на канале «Карусель». Ну, я живу в Украине, поэтому для меня это будет 18.40. Это получается где-то 40 минут съемного. Я заранее буду смотреть по эфире, чтобы не пропустить точно ни капельки. Как обычно на канале Карусель. Быть может рекламный ролик и не одарил нас порцией того оптимизма, но взглянуть на результат все же будет любопытно. Но мне не любопытно, я очень рада, что наконец-то шестой сезон мы будем смотреть и с нормальными именами и названием Карусель. Это очень хорошо. Ну и здесь программа канала на сегодня, давайте сейчас посмотрим. Вот, она загрузилась, как вы видите, это все мультики всякие, те, что были до этого, как видите, Шумершайн, Барби, Барбоскины, Ам-ням и так далее. А здесь то, что нету еще. Три кота, там всякие Том и Джерри, Чудики, Винкин Винг, Лоу и так далее. Ну а вот, видите, 19.40, дружба это чудо. Вторая новость. Это новая книжка. Да, это тоже новость на сайте Everypony.ru. И здесь у нас реклама книжки, не анонс. Уже выходили книжка про Пинки Пай, идеальная вечеринка Пинки, про Радугу, большая гонка Радуги. Теперь еще одна книжка с этой линейки выйдет про Applejack. Я не знаю, здесь просто описано Applejack Sister Surprise. Это если переводить на русский, то это получается Applejack и сюрприз сестер. Видите, уже новый логотипчик. Ну, я не знаю, наверное, все эти будут выходить книжечки по всей главной сестерке, я не знаю, но ну, пока вот это еще анонсировали с Applejack. Я про эти книжки еще не знала, я только узнала из этого анонса про Applejack. Я не знала, но поэтому в первом выпуске про него ничего не говорится. Ну и что еще у нас? Еще одна новость, хотя она уже запоздала, и она еще 31 декабря выходила. Ну, 1 это января или же 31 декабря. Это такой ролик. Анонс 6 сезона. Если вы видели, можете переключить. Не видели, смотрите. Вот он. Вот такой видеоролик. Но если, извините, там некоторые перебои, просто с интернетом что-то случилось, и, в общем, извините. Еще прокрутилась такая статья, что, ну, сейчас, что? Какие названия будут первой половины серии этого сезона? Вот они.
Я не буду ее читать, потому что реально очень много, это займет время. Но прикольная мне вот эта серия, что как по оригинальному 12-я, но они ее представили, она получается 13-я. Добавь спеть свою жизнь. Это там, где Пинки Пай Рарки, Бэй в Контрроде и вот той индийской, можно сказать, пони. Она мне очень ее напоминает. Ну и здесь всякие. В общем, если хотите, почитайте, остановите. Я хочу вас всех обрадовать. Вот эти ролики тоже, я думаю, вам понравятся. Но где-то через дни, я не знаю, то, когда просто я выложу видео, потому что реально у меня уже сколько видео наснимано, но я не могу просто их выложить. Очень долго выложится у меня почему-то. Я не знаю, но... Ну, я думаю, где-то через неделю... Ну, для меня я буду снимать, но... Ну, мы для вас даже через полмесяца, я не знаю, будут выходить обзорчики на кукол Монстра, Дисней Сторовских... Девочки квесты и поняшек. Ну а сейчас всем пока, до скорой встречи. Ждите новый выпуск Пони Новостей, когда он будет сниматься, я не знаю, и когда выложится, тоже не знаю. Ну пока.